И вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Телеграм. Вы дали слишком мало вводных, но наиболее возможным мне представляется такой вариант. Раз, как я понял, вы уже знакомы давно, а до секса у вас дело дошло только сейчас, значит, раньше один из вас другим заниматься сексом не хотел. И, скорее всего, не хотела заниматься с вами сексом именно она. Вы же сами написали, что она вызывает у вас эмоции. Я предполагаю, что она и раньше их у вас вызывала. Если бы ее трахнули просто от скуки, то подобный вопрос у вас бы не возник. Но почему же раньше она не хотела заниматься с вами сексом, а сейчас вдруг захотела? Что изменилось? А изменились у нее обстоятельства. Может быть, она развелась, может быть, мужчина сам ее бросил. И чтобы долго никого не искать, она решила вспомнить про своих старых поклонников. То есть, как она вас сексуально не хотела, так и не хочет. Просто у нее сейчас нет других вариантов. То есть, она сейчас время от времени спит с вами и параллельно продолжает искать мужчину, который бы ее больше устроил. И если она сможет найти такого мужчину, то ваши отношения с ней сразу же закончатся. А если не сможет, то через какое-то время скажет, что ей нужны серьезные отношения, а поэтому вы должны на ней жениться. Так что, на мой взгляд, что бы вы ни делали, дальше есть только эти два возможных варианта развития событий.